Сотрудники филиала Россити-центр «Тверь-Энерго» провели семинар для учителей школ Твери на тему детской электробезопасности. Участникам мероприятия рассказали о необходимости проведения в учебных заведениях уроков энергобезопасности, а также о своевременном формировании у детей культуры правильного обращения с электричеством для предупреждения детского электротравматизма. Тему продолжит наш корреспондент. Жить в современном мире сложно представить без электрической энергии. Однако она таит в себе немало опасностей. О том, как избежать трагических последствий для жизни и здоровья, и как вести себя вблизи энергообъектов, участникам семинара рассказал заместитель главного инженера, начальник управления производственной безопасности и производственного контроля филиала Россети-центр «Тверь-Энерго» Олег Голубев. Электрический ток не имеет ни цвета, ни запаха, ни звука. Вот висит этот провод, и человек сторонний не понимает, а есть там опасность или нет. Ребенку трудно еще объяснить, что к проводу нельзя приближаться, но уже нужно с ним об этом говорить. Олег Голубев отметил, что главная задача энергетиков и педагогов – объединить усилия, донести информацию до детей и не допустить травматизма на электроустановках. Наши знания, наш опыт, которые мы объединим с знаниями и преподавателей, они приведут к положительным результатам, которые все-таки у нас не только снизят, но помогут исключить электротравматизм, в том числе в обязательном порядке детей. После семинара учителя отметили важность полученных знаний, которые помогут преподавателям сделать уроки по электробезопасности интересными и проводить их самостоятельно. Материал, который был изложен, он очень точный, четкий и емкий. Ролика, который мы смотрели, можно предоставить детям любого возраста, от 1 по 4 класс однозначно. Также энергетики показали педагогам видеофильм «Почему электричество бывает опасным». Вручили педагогам методические материалы, наглядные пособия для работы с учащимися и представили видеоролики, которые смогут помочь в проведении дальнейших уроков по электробезопасности в школах. Материалы прям готовые, можно использовать, очень хорошо разработанные и для самого младшего возраста, и для средних школьников. В общем, все доступно, понятно. Ознакомим всех наших сотрудников с этими материалами, проведем классные часы по безопасности. Сотрудники «Тверь-Энерго» регулярно проводят профилактические мероприятия для формирования культуры электробезопасности среди дошкольников, школьников и студентов. В год это около 150 уроков по всем районам присутствия предприятия.